Всем привет! Это вторая часть моей розы. Сейчас я вам ее покажу, кто первую часть не видел. Оставлю ссылку в конце видео. Проходите по ссылке. Вот такая роза сейчас на данный момент. Она вот так уже пушисто выглядит. Кому интересно, как я ее делала, первую часть смотрите ниже. В общем, давайте приступим к доделке. У меня осталась гофрированная бумага. И поэтому я сделала вот такие вот лепестки. Из всей оставшейся примерно здесь, сейчас я вам даже скажу, не примерно, здесь у меня 13,5 на 21,5. Ну, если у вас там будут какие-то погрешности, это не страшно. Вырезаю последние лепестки я вот так. Все у меня ряды разные. Кончику заостряю. И у меня получается вот что. И также их нужно будет потом загнуть. Левый пистолет я нагреваю, пока будем загибать. Я его уже на трубу зафиксировала, чтобы мне было удобнее распускать. Труба у меня длинная, Сережа ее чем приедет, обрежет мне нужную длину. Можно оставить такую высоту, в принципе, просто сделать побольше листьев. Я еще по поводу этого подумаю. И я хочу последний слой раскрыть. Прям очень сильно лепестки раскрыть, чтобы распушился у меня. Потом уже делать листья. Thank you.